Итак, мы в городе Сочи. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Мы в России. Через 4 часа лету приехали туда, где плюс 18 градусов. Из места, где было минус. Сегодня утром было минус 10 градусов. Это просто вообще что-то с чем-то, ребята. Очень советую всем побывать здесь в зимнее время. Очень кайфовая погода. Вот они, мои сладкие, приехали. Петуля, Петуля, давай. Все, давай, пока. Сразу видно, из холодных мест приехали. Грязно. Ужас. Надо будет мыть. Но нет, сегодня мы едем в сервис. Покоя нам сегодня не будет.